1 сентября в нашей стране стартует новый проект «Разговоры о важном». На этих уроках дети узнают много интересного и нового из истории нашей страны. О целях и задачах данного проекта мы сегодня побеседуем с заместителем директора по социализации и воспитанию Шараповой Оксаной Владимировной. С 5 сентября классные руководители учащимся с 1 по 11 класс будут рассказывать о национальных традициях, о героях России, о символах, о истории нашей страны. Все это на отдельных занятиях, разговоры о важном. В нашей школе уже существует много традиций. И с 1 сентября добавится еще две. Поднятие государственного флага по понедельникам с исполнением гимна и проведение разговоров о важном. Все это позволит воспитать наших ребят в духе настоящего патриотизма и любви к родине. О теме первого урока расскажет Оксана Владимировна. Уже 5 сентября состоится первое занятие разговора о важном, и тема его – День знаний. В современных условиях данное занятие необходимо для ребят. Надеюсь, что это станет еще одной доброй школьной традицией. Спасибо, Константин Александрович.